Это я пофиксил. Это есть лого Darkest Symbol is barely visible. Ну, у меня что так, вообще без разницы. Так, ну поехали. Жесть, что за... Development still in progress. Апрель 1973 года, трагедия и ужас в Центральном Техасе. Молодой студент колледжа, которого звали Мария Форрес, просто исчезла без следа. Она последний раз ее видели в городке Ньют более 2 недель назад, но без физических доказательств. Расследование провалилось с маленькими зацепками, даже и Надежда, и младшая сестра Марии, Анна, и группа друзей пришли искать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла, что же так, короче, из-за чего она исчезла. Но они попали в самый настоящий кошмар, события вокруг исчезновения Марии будут еще через много веков и лет, и десятков лет, короче, да. Останутся в истории. Я, кстати, не помню, Texas Chainsaw Massacre, она на реальных событиях или нет? Потому что, ну, по описанию это как бы такое, знаете, чисто классический просто американский хоррор. Это так описывают, типа. Victims family. Quick match. Join matches either family or victim. Опции обучалки. Пойдем проходить обучалки. Ну, давай за обоих. А, видосиками. Да, ну как в пятницу 13-й было, да. Как в пятничке было. Перематывать нельзя. Вы часть... теперь часть семьи. Да что ж вы такие громкие-то? Музыка какая-то громкая вообще. Теперь ты часть семьи, ты должен хранить, в общем, свою собственность и останавливать жертв от сбегания. От этого зависит жизнь семьи. Держи все двери закрытыми и убедись, что все выходы закрыты, затрапованы или охраняются. Убедись, что монитор... А, ты мониторишь, ты следишь за ключевыми местами ну, предметами, такими как генераторы. Ну, эти щитки электрические и водяные вентили. Фэмили это... Ну, это маньяки, типа, да. Семья убийц. Статус этих предметов играет важнейшую роль в том, сбегут ли жертвы. И будет ли у них легкий способ сбежать. Не забывай собирать кровь из дренажных ведер, которые раскиданы по карте, или атакуя напрямую жертв. Корми новособранную кровь дедули, чтобы сделать его сильнее и эффективнее. Ну, дедуля не выглядит сильным и эффективным. Чем он сильнее, тем сильнее его сонарная способность. Довольно скоро он сможет находить и подсвечивать жертв для всей семьи. Корми дедулю достаточно и дай... всей семье новые обилки, которые можно использовать до конца матча. Накорми дедулю. Но помни, что дедуля лучший убийца, который когда-либо был. Охотиться на жертв, используя способности и teamwork, то есть
как бы убийц много, да, то есть один играет там вот за какого-то чела с ножом, второй за тянку, третий, видимо, за мужика с пилой самого каноничного. Хз, как это работает, ну, посмотрим. Дед из фильма, там посильнее Бубы. Челик с пилой, я забыл, что его Буба зовут, кстати. Самого каноничного. Я серьезно забыл, мне вообще настолько вот из башки вылетел. Ищи следы передвижений и слушай шумы, следи за окружением и закрывай, держи свои глаза и уши открытыми. Ты никогда не знаешь, где они могут браться. Сколько стоит DLC для ДБД? Все вместе, наверное, oh, дофига. С ножичком бегает. Кстати, об обилках. Каждый член семьи имеет уникальные способности, которые помогут найти выживших. Осторожнее, некоторые способности имеют ограниченное количество, когда у других есть кулдаун, так что охоться умно. Наблевала на генератор. Когда найдешь жертву, всегда имей определенный план. Постарайся подготовиться, напасть на них внезапно. Прямое нападение не всегда лучший выход, так что используй других членов семьи, если возможно. Ловушечка, ладно. Но когда твой план сработает, и ты уже будешь на расстоянии, бей их еще, еще, еще. И помни, если ты сможешь ударить или убить до конца жертву, принеси кровь дедуле. Он голоден и хочет стать сильнее, чтобы помочь тебе. И не позволь никому из них сбежать. В конце концов, выигрываем как семья и проигрываем как семья. Ладно. Тебя захватили и хотят убить, привязанный в подвале. Постарайся сбежать всеми способами. Найди своих друзей и охоться за предметами, такими как тулзы, бонскрэпс и хелс. Но что важнее, найди и открой выходы, пока не стало слишком поздно. Ну, короче, можно найти какие-то предметы. Так что двигайся тихо, семья охотится, твоя жизнь зависит от этого. Оставайся в тишине, двигайся медленно и осторожно, избегай ненужного шума. Используй тени и высокие проемы, чтобы оставаться скрытым. Прячься в объектах и вне зоны видимости. И в конце концов, используй окружение. Разъемы в стенах, места, где можно пролезть, и различные холодильники и так далее можно использовать, чтобы избежать семьи. Используй. Следи за объектами, которые создают шум. Если ты двигаешься слишком быстро, то, короче, окружение может сломать тебе жизнь. Ищи предметы медленно и увеличивай шанс своего выживания. Эсса. Даже двигается слишком быстро через двери, уже выдает твою локацию. Так что оставайся в тишине, и ведь семья всегда слушает. Найди полезные предметы. Всякие тулзы могут ломать замки, хелс предметы могут хилять, а куски костей могут быть использованы для скрытой атаки или чтобы драться напрямую с семьей. Идем уже играть. Ну дай уж гляну до конца.
Эти предметы могут стоить тебе жизни. Ты можешь приносить только два предмета, так что выбирай с умом. Планируй. Открывай выходы, твердые металлические двери обычно ведут из подвала. Найди их и открой их. Когда будешь наверху, двигайся. Старайся передвигаться. Есть несколько разных видов выхода. С property, ну, из этого, короче, места найди и открой. Могли бы обучал хоть геймплей завести. Слушай, тут хотя бы видосики есть. Мне кажется, в пятнице не было видосиков, были просто картинки. По-моему, я не уверен. Я уже не помню. Некоторые объекты, такие как Fuse Box и Water Pump, требуют определенных предметов, которые надо найти. Так что следи, ищи их. В ДБД, кстати, тоже раньше не было обучалки играбельной. Да, это от разраба в пятницу. Это оно, да. Да. Избегай семью, не можешь найти выход. Просто иди по основной дороге. Обычно это самый легкий способ. Если доберешься до туда. Водяные ворота и выход также хорошая опция, если ты найдешь нужные предметы. Basement door, понял. Basement doors require to для basement надо починить, а water valve требует ручку, чтобы ее нажать. Потом они откроются, и ты поможешь своей команде. Используй обилки, чтобы остаться в живых в нужное время, но осторожнее, звезда отмечает обилки на КД. Так что планируй. Если тебя поймали, твои ранения очень сильные, ты можешь сбежать. Не сдаться. The match continues, you will start to bleed out more and more, beware of leaving... А, короче, вы и ты и так уже в крови, типа. Они все ранены с самого начала, то есть всегда будут оставлять кровь за собой. ПЦТМы могут уменьшить этот процесс, ослабить. Finding fellow victims and working together советуется найти других и работать вместе. Группировка может дать пользу, а может и навредить шумом. Единственный вопрос, кто же выживет? И что от них останется? Так, ну честно, я предлагаю вначале сыграть за выживших, чем за семью. За сурвов играть всегда интереснее. Поначалу. Сабдей будет? Нет, вряд ли. Я хочу за сурвов. Да, пока что звучит, как будто за сурва довольно сложно. Сиси может отравлять важнейшие объекты. Слушай генератор, если он выключен. Leatherface перегреется, если слишком долго включает свою пилу. Так, их трое, нас четверо, да? А, персонажи. Captured and slowed team, slowed out есть, обилки, grandpa abilities, perks, execution, attribute points, ветка скиллов, я вот не понимаю, а где они еще типа, их типа нет, you've got to look. У каждого, я за код Sony играю. Hook, Hitchhiker. Единственный, кто не готов, да? Единственный, кто не готов. Так я не понял, они какие-то обилки выбрали или что? У меня почему-то минус один. Ладно, давайте, погнали. Может, на старте надо было выбирать? Да вроде там не было никакого выбора, не знаю. Может быть, они в бете недоступны. Типа, они показывают, что а, это будет, но не дают тестить. As you play matches, you will earn experience. Ну, здорово. Мне кажется, в демке недоступно просто. Level 0, level 0, level 0.
Что, завтра будешь в 6:30 подрубать? Да блин, ребят, нет, конечно. Мы и так уже все узнали, что нам надо было. Всю самую важную инфу мы уже нашли. Ну, нам уже показали на китайском стриме. Тетьку занять? Да не могу я выбирать нигде. Видимо, нет. Будем за чела играть. Эпи чел. Search continues in Huerto County for a missing University of Texas student. The sheriff's department says Maria. Noisemakers can make for handy distractions. Stay quiet and heal. Find useful items. Lock exits. Yes, sir. Да я не за тетку играю, что ты мне за ее показываешь? Я не знаю, начумел я, нет. Без понятия. Мы с другим чуваком, ладно. Давай пройдем. Вместе держаться пока что, может быть. Он нашумел, кости собирает. У меня какое-то чутье есть. Я понятия не имею, что делает моя вилка. Может быть, палят через стены. Видимо, палят, но только союзников. Или чекает, сколько звука произведено. Похоже на ловушку. Retrieve bone scrap. Так, оружие нам нужно. Survived for one minute. Окей. Да дедуля, ну, your noise awakened the grandpa. Так это не мой. Keep still to avoid detection by grandpa. Requires unlock tool, ясно. А есть палеты? Нет. Мне кажется, затянка там бегают. Да, бегают. Блин, это было громко. Отстойно. Ну, хотя бы здесь можно будет ползать, наверное. Не знаю. Я вон вижу наверху кого-то. Прыгать нельзя ничего никуда, да? Прыгать нет. Блин. Сайленс. Улицу. А-а-а, вот так вот, да? Целый нож потратил. Ну, нож вообще-то полезная штука. Левел 1. Keep still to avoid detection of grandpa.
Чё наверху бегает? Ну, его видно. Под ноги смотри, ты им бы и на капкан наткнешься. Ну, да. Это не наша стартовая зона, нет, и Салли экзекьют, а то он мёл Салли, кромсали. Может, есть какой-то более выгодный, удобный Grand по левел 2? Ну, я не двигаюсь сейчас, мне чё, мне этот дед. Это наш чел или... Нет, это не наш чел. И он тоже умеет ходить. Понятно. Ну, бегать. Понятно. Ну, я Манси, чё делать? Буду вон по этим бегать. Неловко вышло, да, не очень ловко, не, согласен. Он так за мной и бегает. Survived for 5 minutes, это уже хорошо. Убилить он кулдаун. Как же он за мной ходит. Ау. Угу. Интересненько. А, в смысле, Буба, иди в жопу. Нет! Буба, отстань. Так, а как мне кьюшку юзнуть? Я могу? Типа, я могу прям здесь или не могу? А то вроде как... Ага, надо зажать. Ясно, и хильнулся я, ну так себе. Чё, неужто потеряли каким-то образом? Я не знаю как, но ладно. У нас один чел уже. Ага. Last victim standing. Это мне подсвечивает чуваков. Ну чё, cut down, retrieve bone scrap. Я, блин, выход еще пока из подвала не нашел. Ага, это сверху другой чел ходит, да? Будет громко, нет? Блин, вон он. Он что-то знает. Keep still to avoid detection by grandpa. А как долго мне keep стилить надо? Вы думаете, он меня видит, нет? Я лучше не буду двигаться вообще, нафиг. Вот это, видимо, двери, в которые надо выйти, поэтому они здесь и ходят. Ладно, попробуем. У меня же нож! Close encounter won. Я выиграл. И что происходит дальше? Это не похоже на победу! Да пролезть ты тут. Окей.
Ну я открыл выход из подвала. Я скилловый, я молодец. Мне кажется, обучение было дольше, да, чем катка. Ты чё? Ну, 1000 полутал. Пойдет. Наверное, очков. 1075. Players list. Ну, квит, давай. Выходи уже. Ладно, первый, блин, комом. Давайте теперь квик матч. Уже не важно за кого. Хотя ладно, нет, важно. Давайте за фэмили все-таки сыграем. Блин, кажется, у меня... Ищет катку, нет? Кажется, я зря нажал кнопку. Выйти. А, во, все, фэмили. Эх. Это убийца ДБД, да? Полноценный. Убийца ДБД. Я за Кука. У него хороший слух, видимо. Дед, видимо, батя, я не знаю. И там дед, а это батя. У него ножка, это нога. Перки, ну это перки, да? Это бутылка, какой-то скилл. Я думаю, это все будет, а сейчас этого нету, да? Наверное, да. Several branches to traverse and unlock that character's potential. But all paths can be traveled at once, so experiment to make the most out of your character play style. Сто лет тебя не видел уже, жесть. За новыми играми не следишь. Получается. The search continues in Puerto County for a missing University of Texas student. The sheriff's department says Maria Flores, a native of Uvalde, was last seen near the town of Newt. Her vehicle was recently discovered. О нет, бедный броненосец. Secure the property. Feed Grant по Blood. Hunt and collect blood from victims. Блин, это ДБД какой-то. Веш на крюк, это прям по ДБДшному. Блять, не палка, просто какая-то ножка от стула. Коллект Блад. Нашел, берем. 20. Видите, он Чернов. Блин, это же, наверное, мне не очень нужно. Так, а что, я не могу через эти стены ходить? Где деду найти? Деда! Дедуля, я несу кровь! Очень какая-то странная штука. Victim noise has awakened grandpa. Вот теперь, наверное, его можно кормить. Я все еще без понятия, где он. Деда, ты не тут, не? Деда, тут. Корми деду. Ну да, 20 это, конечно, не очень много, да? О, коллект Блад. Mm.
Что за игра? Игра про техасскую резню бензопилой. Так, лок, open. Не, подожди-ка, это значит надо лок. Это падлок. Я могу еще и... Grandpa in danger, в смысле? Что, уже кто-то выбрался и душит дедулю? Ну это вроде чел наш. Вон. Слышь, ты дедулю душишь? Да, он бежал. Жесть, как они так быстро вышли из подвала? Главный вопрос. Так, мужик, ты беги, а я пойду с другой стороны зайду. Или не зайду. Grandpa in danger. О, здрасте. И чё? Блин, я вот через эти стены ходить не могу. Вот, вот как они меня тогда потеряли. Все-таки стены. Blood collected. Угу. Здрасте. Один есть. Не, чел, да я покормлю. У меня кровь фуловая. Надо, короче, здесь эти... закрывать. Это, видимо, моя абилка — закрывать замки, так что надо их закрывать. А, понял. Прости, прости, это я туплю. Но это уже, наверное, не я туплю. Да кормись ты. Какой баста приходит? Три персонажа есть. Вот, вот какой-то батя, пацан и... Detection cooldown reduced. Деда кормить, чтобы обилки усилить. Так, ну и чё, тут никого нету, никто сюда не сбежал. А может и сбежал. Вот ваш Буба. В смысле, закрой. Там никого нет, значит. Значит, все правильно сделал, что закрыл эту хрень. Колодец есть. Да они туда упасть могут. В чем задача выживших? Сбежать из дома этого. Вон там желтый чел бегает. Фига себе, он далеко. Как ты туда, блин, выбрался? Да что ты меня, блин... Да закройся.
Вон выживший чел ходит, гуляет. Надо его бить. Он тибегает! Он тибегает! Жесть! Он, это получается, они открыли ворота уже? Вот это зелененьким светится, значит, он открыл уже? Да, значит, он уже открыл. Жесть, тибегеры. Осуждаю. Turn on the power supply to activate. Жди, и чё? Ну и чё? Типа, чё здесь дальше-то происходит? Наверное, она сбегает. Это не то. Да, она сбегает. Хорошо. Она ушла. Пока мы там возились. Типа, это можно вырубить каким-то образом? Написано, что как будто можно. The power supply on to activate ворота. Где они, эти power supply? Стой тут. Не, подожди. Походу, можно закрыть ворота обратно. Basement exit open. Сейчас кто-то по подвалу сбежит просто. Походу. Видите, не так уж и легко оказывается за этих, за эту вашу семью играть. Блин, капец, через эти штуки не походишь. Фронт, чё? Killed, disconnected. Срубы прошаренные были. Да вообще, я даже ни разу сюда не ходил. Ну-ка. Может быть, ворота и так... Подождите, может быть, ворота и были открыты изначально? Понятно, надо просто попадать в стартовый скилл-чек. И что я сделал? Ворот закрыл? Нет. Непонятно. Ну вообще красненьким что-то светится. Теперь раньше зеленое было. Пойдем чекать. Пойдем чекать. Надо кнопку нажать. А, тут ток на этой штуке, да. И теперь они не сбегут, сдохнут. Все, ясно. Все, понял. Хорошо. Надо разделяться, закрывать ворота двери. Да, там же в обучении говорилось, что делай всякие штуки, типа закрой там то-то, закрой это. Один escape, два disconnect. Ну, disconnect это они после смерти, скорее всего. Ну, ладно, пойдет. Ну, непонятно, конечно. Снова по дому пробегал, вообще... Типа... Куда идти в этом долбанном доме? Дем. Next match. Ну, второй, блин, комом получается. Один килл сделал, да, уже хорошо, наверное. Ну, правда, всей пачкой за ним катались.